Йоу, и у меня сегодня дуэт Мичиго. Мичиго. Что же значит ваше Мичиго? Это название песни G-Dragon, и так мы просто выбирали название для коллектива. У нас танцевальный коллектив, это просто вокальный такой юнит. Вокальный юнит, окей. Так мы только танцевально выезжали, поэтому это первый вокальный выезд. Вау, классно. А давно вы вообще поете? Лет 7-8 где-то так. То есть, больше 10 лет. Ого. Вокального плана. Я и работаю, с этим зарабатываю, она тоже очень часто этим занимается. Вау, то есть вы профессиональные прям певцы, прям вообще. Как же вы докатились до кей-попа? До камеры. Это все моя инициатива. Я просто ее пригласил, потому что мне нужна была вокалистка. Вау, классно. Слушайте, а что за песни вы сегодня споете нам? Лихари и Доки, это Fuck With Us. А, все, поняла. Поняла. Окей, слушайте, а какой вы, наверное, больше знаете, да, корейскую эстраду? Какой вокалист или вокалистка или группа для вас прям, не знаю, самый классный в кей-попе? Самый, может быть, талантливый в кей-попе? FX. FX? Да. FX? Да. Женская группа? А из мужских, наверное, Block B. Так, что-то я там не помню особо вокалистов-то. А кто же вам там нравится? Из FX у Луны очень прям потрясающий голос. Точно, да. Луна. А у Блоков Тейл, собственно, его фальцет разносит мои уши и радует меня постоянно. Классно вообще, слушайте. Ну так здорово. Вы не хотели бы как-то сольно выступить еще вот по отдельности? Или вам нравится именно вдвоем петь? Вы давно поете вообще? Вдвоем поем первый раз, я просто восхищаюсь ее голосом, и поэтому ее пригласил. Обожаю ее голос, она поет очень классно. А можете что-нибудь нам продемонстрировать? Так, небольшое превьюшечко. Нет. Мне очень сложно готовиться. Понимаю. Нервы? Пожалуй, да. Давайте тогда не будем напрягать ваши связки, посмотрим ваше выступление на сцене. Приветствую! I'm just doing my work. They hacking my little door, chopping more the okay with dirt. Let's get it.
girl. All I need is you, baby, rock the world. All I need is you, baby. As long as you're my man, baby, I'm your girl. Аплодисменты нашим первым участникам K-Pop Sync Competition!